Я думаю, что спрашивают о твоем настроении, есть. Не приходится. Ну да, настроение отличное. Выиграли такой матч. До этого сыграли обидную ничью с Кубанью, вели 2-0 и на последних минутах пропустили ненужные голы, но в этом матче, дай бог, что все обошлось, и отбил пенальти, и команда выиграла. Вот счет стал 2-2, твои мысли? Я, честно говоря, вот когда счет стал 2-2, 2-1, я знал, что мы выиграем, потому что была уверенность в ребятах во всей команде. Как бы, ребята играли хорошо, и даже при счете 2-2 я знал, что мы забьем гол, и победа будет за нами. За свою пока недолгую карьеру тебе часто приходилось отражать 11-метровые удары? Ну, были, да, ситуации. По детству отбивал. В «Спартаке» не приходилось отбивать. А так, не очень часто. Да, ну и давай вспомним тот эпизод, когда игрок «Рубина» пробил пенальти. Ты, ну, вот, кто-то прыгает в угол на удачу, кто-то там может угадывает. Я перед ударом смотрел на него и поймал его взглядом. Он перед ударом посмотрел вправо от меня. Я сначала хотел прыгать влево, но когда видел то, что он посмотрел влево, то я принял решение в последний момент прыгать туда. И была уверенность, что что-то бью. Ну и после финального свистка команда радовалась, как завоевала Лигу Чемпионов, как минимум. Просто очень давно уже не выигрывали дома, и наконец-то это случилось. И эту победу я хочу посвятить всем ребятам, всему тренерскому штабу. Там, и поздравить всех с победой. Спасибо, удачи. Спасибо.